В Якутске готовятся к главной крещенской купели республики. Накануне инспекторы ГИМС и специалисты Роспотребнадзора побывали на месте проведения обрядового мероприятия, взяли пробу воды на соответствие требованиям и выборочно замерили толщину льда. В этом году Святая Иордань в Якутске появится в 11-й раз. Традиционно столичная купель прорубается на территории Зеленого Луга. В Якутске будут действовать еще три купели – в районе городского водозабора, на Хамустахской протоке и в районе Жатайского судостроительного завода. В крещенскую ночь безопасность людей по всей республике обеспечит более 700 сотрудников МЧС, МВД, здравоохранения и 140 единиц техники. Освещение купели начнется сегодня с часу дня. До купели будут курсировать автобусы от Преображенского собора с 8 утра до 10 вечера. По данным статистики, в прошлом году омовение в столичной купели совершили 30 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не менее 40 тысяч верующих. На территории республики Саха-Якутия планируется проведение обрядового мероприятия крещения Господня в 27 муниципальных районах и двух городских округов. 49 мест, из них 11 проруби для забора воды. Ну, здесь в городе Якутске будет проводиться в 4 местах. Мы сейчас находимся на Зеленом Лугу, остров Малый Хатастах. Это место выбрано в связи с тем, что здесь не очень сильное течение, чистая вода, но проточная. Толщина льда 105 сантиметров, глубина 4,5 метра.